Рома разгребает охрененный перемет. Ну как? Ну такой перемет. Хороший. Он уже уплотнился. Тут его под это. Подукатали уже. Да. Сейчас только бульдозером. Вот он взрыхлит тут маленечко. Уберет самый большой снег. Валы такие. Потом уже мы гитарами разровняем, и получается заодно как бы вот снегозадержание немножко от это самое, от ветра. Рома серьезный просто, ну вообще, ну конечно, ну Ромчик, ну ты потом видео посмотришь, конечно, да. У тебя лицо вот так, да, приветствует всех. Роман, ну лицо у тебя там, да, попроще маленько лица. Нет, без бульдозера здесь никуда, конечно. Вот он как раз, вот он чувствует, прямо чувствует, сколько у него снимает нож, прямо вот только-только до льда, и все. Гитару пока оставил там. Все. И сколько тут снега? Ну, наверное, полметра-то было уже уплотненного. Тут бы, конечно, я на кировце не смог бы его сдернуть. Ай, Ромчик. Серьезный. Серьезный. Друган. Давай. Так вот он умеет. Разгребать. Давай, Рома, давай. Тут без тебя никуда тут на. Жги давай. Как он это сделает? Опа! Взял сразу. Оп, сколько надо. Оп-оп. Что-то даже маленько трактор приглох. Опа! Оп, поехало вообще все. Опасно здесь стоять. Я бы сказал, даже опасно. Вот он вал валит. Да, Рома. Да, кировцу до этого еще далеко. И тут сразу чистота и порядок организуется. Вон он. Лед. Вон он. Нам бы как-то дожить. Дожить как-то в конце концов до весны. До весны нам дожить. Сегодня у нас 10 апреля, весной не пахнет. Рома. Сильно-сильно не махай. Своей, я имею в виду, своей лопатой, этим отвалом. Не размахивай тут. Видишь, как чистенько сразу. Хоп-хоп. Мастерство, как говорится, оно и в тундре мастерство. Овец, овец. Ладно, ребята, пишите письма, читаем все комментарии. Там он какой-то дым пошел, он за трактором, если видно. Что-то где-то там пыхнуло, не знаю, видно, не видно, белый дым. Что-то где-то там за горизонтом какой-то получился жопен, где-то что-то какое-то происходит. Может, выброс какой-нибудь. Это нормально. Ладно, всем пока.